Сегодня в Японии поставили точку в истории с одним из самых страшных терактов в этой стране – химической атакой в токийском метро. Тогда погибли 12 человек, тысячи пострадали, многие получили инвалидность. Сектанты из Аум Синрикё использовали против людей зарин – боевое отравляющее вещество. Пакеты с ядом скрыли прямо в вагонах метро. Еще в 2004 году суд приговорил лидера секты Сёка Асахару к смертной казни. Такие же приговоры получили и другие 12 сектантов. Всего почти 200 человек привлекли к ответственности за теракт. И вот сегодня Асахару казнили через повешение.